Всем привет! Хочу поделиться своим впечатлением о лакомствах для котов фирмы KimCat. Мы приобретаем разные лакомства этой фирмы, нам они очень нравятся, но стики вызывают неподдельный интерес. Вот взяла на пробу с курицей и ягненком, на упаковке сказано, что местные в составе 90% мясных ингредиентов, также есть витамины А, D3 и витамин Е, а также очень важный для котов туарин. Вот так вот выглядит палочка. Она мягкая, имеет вмятинки для того, чтобы можно было поделить эту палочку на несколько раз, если вы дрессируете или уговариваете котика что-либо сделать. Котику очень нравится палочка. Она очень мягкая. Подойдет для пожилых. Вот видите, котику очень нравится. Спасибо за внимание.